Дорогие сестры, дорогие мамы, дорогие бабушки, дорогие девочки, тети, все, кто приехали сюда, мы хотим вас поприветствовать, поздороваться. Доброе утро! Я так рада видеть каждую из вас. Я так рада, просто, знаете, до глубины души. Так приятно, что мы можем встретиться в это время, когда так многие люди изолированы, так многие люди не могут видеться, общаться. Мы можем увидеться по такой важной причине. Причина — это наши дети. Причина — это наши внуки, это наши племянники. Это будущее, будущее наших семей, будущее наших церквей, будущее нашего общества. Да? И я хотела просто поздороваться, поприветствоваться и сказать вам доброе утро. Доброе утро. Вот. Если можно, можно музыку включить на бэкграунд. И я хотела также поприветствоваться, поздороваться со всеми теми, кто будет нас смотреть. Вы знаете, многие люди не смогли сюда приехать. Погодные условия или даже люди в других странах проявили интерес посмотреть эту конференцию. И я знаю, что они будут смотреть и в записи, и сейчас в прямом эфире. Я тоже со всеми здороваюсь, всех приветствую, всех рада видеть, что у вас есть интерес к этой теме. Тема этой конференции зародилась у нас 4 года назад. У нас проходила в церкви конференция на тему воспитания детей. К нам приезжала Мария Гусенкова с Ларисой, и они рассказывали, делились о своей семейной жизни, укладе своей семьи. И у одной из них 6 детей, у другой 4. Они рассказывали о воспитании детей, о семейном времени, о семейном очаге, но... Я помню, что они вскользь упомянули, что у них дети на домашнем обучении. И я запомнила, что когда мы делали Q&A, вопросы и ответы, то у нас, ну я не знаю, может быть, половина вопросов были касательно домашнего обучения. Потому что многим из нас эта тема была непонятна. Люди задавали вопрос, а что это такое? А зачем? А почему? А какие преимущества? И как вообще в семье, где 6 детей, можно заниматься домашним обучением? И тогда мы поняли, что эта тема, она интересна, она непонятна и она нужна. Но, конечно, эта тема касается не только тех, кто занимается домашним обучением, потому что домашним воспитанием занимаемся мы все, да, мамы, бабушки, тети, мы все вкладываем в наших детей, мы все ведем наших детей по этой жизни. И мы очень рады, что сегодня с нами Оксана, и мы очень благодарны, что она со своим мужем проделала долгий путь из Сиракьюз, Нью-Йорк, приехала для того, чтобы поделиться с нами. Ее дети тоже подъедут сегодня вечером. Вот. И для начала нашего мероприятия я хотела, чтобы мы немножко познакомились, чтобы мы узнали, кто откуда приехал. Итак, давайте мы поднимем руку, кто приехал из штата Род-Айленд. Вот, Род-Айленд, здравствуйте. Кто приехал из штата Мейн? Мейн, как вы дружно все приехали. Вас покормили? Я слышала, что очень было вкусно. Спасибо большое тем нашим хозяйкам, которые это все организовали. Прекрасный завтрак. Да, слава Богу. Кто у нас приехал из штата Массачусетс? Кто живет в Массачусетсе? О, привет, Гринфилд, привет. Кто у нас из Нью-Хэмпшир? Итак, молодцы, спасибо большое. А кто приехал из штата Нью-Йорк? Сюрприз, сюрприз, Оксана! Сиракьюз, хорошо. Ну окей, я хотела, чтобы мы сейчас встали, повернулись друг к другу и сказали: «Доброе утро, я рада видеть тебя». Давайте мы так встанем, поздороваемся и порадуемся, что мы все вместе, что мы все здесь, что мы все будем сегодня учиться чему-то новому. Прекрасно. Вот. Очень хорошо, спасибо большое. Я хотела сказать, что сегодня у нас будет такой формат, значит, общения. Мы хотим, чтобы это было очень интерактивное общение, и мы понимаем, что у многих есть вопросы, поэтому мы раздадим вам карточки. На этих карточках вы можете писать свои вопросы. У нас будет специальное время для Q&A. Мы будем стараться дать как можно больше времени нашему спикеру Оксане. Мы очень хотим ей дать как можно больше возможности рассказать материал, который у нее есть, потому что это очень важный материал. Вот, так что думайте, если у вас какие-то появляются вопросы, девочки, наши помощницы вам раздадут эти бумажки. Потом я хочу сказать, мы каждый из вас раздадим такой lottery ticket.
А на этом лотерейном билетике вы напишите, пожалуйста, свое имя, потом мы их соберем. И у нас будет здесь, вот смотрите, вчера приехала Оксана к нам, и мы приготовили ей комнату, и там в комнате я не успела убрать книги, целый пайл книг, а Оксана говорит: «Оля, ты что, не убирай книги? Книги — это же украшение дома». Так вот, видите, мы приготовили для вас книги, потому что, в общем, об этом и конференция будет касаться учебы, да, обучения, чтобы знаний, как мы можем передавать нашим детям. И Оксана про каждую книгу что-то расскажет, и кому-то из вас достанется каждая эта книга по розыгрышу. Но не расстраивайтесь, если вам она не попадется. Я перешлю фотографию, скриншот всех этих книг. Если у вас будет желание и возможность, вы можете их приобрести. Оксана в двух словах расскажет, какая книга о чем. И вы уже сможете выбрать, может даже сделать себе запись какой-то. Ну, я вышлю еще скриншот этих книг. Вот. И я хотела сказать, что если у ваших групп, ну, откуда вы приехали, есть участие, если вы хотите спеть, рассказать стихотворение, ну, мы сегодня говорим о семье, так что у нас семейная тематика, да, дети, семья, там, воспитание детей. Если у вас есть стихотворение или участие, или песня на эту тему, мы будем очень-очень рады. Пожалуйста, напишите записку, сообщите мне или вот тете Любе. Тетя Люба у нас отвечает за музыкальную часть. Вот, мы будем очень-очень рады вас поставить в программу, будем очень рады участию. Ну и программа у нас такая, что мы сначала, значит, у нас пастор скажет слово, после этого мы помолимся, вот, мы начнем так нашу конференцию, ну, наше общение, и потом я дам слово Оксане, и уже Оксана будет проводить первую тему, потом у нас будет перерыв, Оксана немножко отдохнет, мы тоже немножко развеемся, кое-что сделаем. Вот. И после этого у нас будет уже вторая ее тема. После этого будет у нас вопросы и ответы. И после этого мы пойдем все кушать. И после того, как мы покушаем, то у нас будет уже третья тема. Вот. Так что, если говорить об Оксане, то Оксана расскажет о себе больше сама. Но я хочу только в двух словах сказать, что она по профессии лингвист, переводчик. Она переводила некоторые наши христианские книги. И она, у нее 6 детей в возрасте от 6 до 18 лет. И всех своих детей Оксана выучила и учит дома, на домашнем обучении. Она расскажет о своем пути, почему она это выбрала, такой путь. Но она знает много разных материалов. И она ведет блог. Этот блог и группа ее на Фейсбуке «Учим дома» — огромный просто кладезь знаний, кладезь ресурсов, просто бездонный источник, знаете, там столько информации, столько можно черпать и на английском, и на русском языке. В общем, таким образом я познакомилась с Оксаной через ее труд, и вот поощряю вас тоже присоединиться к этим группам и следить за ее информацией, которую она обновляет. Вот, ну, сейчас Дима, да? Настроение. Какое? Весеннее. Это хорошо. Ну, я хочу особенно вас похвалить, те, которые в зимнюю дорогу так смело приехали сюда, и это очень хорошо. Мы очень рады к вам, мы очень, вот, видите, говоря о детях, вот мы сами стараемся figure out, как все делать. Мы очень рады, что вы приехали, мы очень рады, что вы нашли время, что вы сюда приехали на общение. И очень важно иметь для сестер общение, где вы можете вместе назидаться, духовно расти. И мы благодарны, особенно я благодарен. Скажите, когда приедете домой, Дима сказал спасибо мужьям вашим, что они вас отпустили, что вы сюда могли приехать, взяли на себя детей, работу. Так что очень хорошо. И вы знаете, у нас как вот, ну, дети, мы хотели детей иметь, но у нас не сразу появились дети, а 7 лет спустя. И я все больше и больше понимаю, что наша жизнь коротка, она летит. По-английски есть такой стих, Джеймс говорит, что «A life is a vapor», то есть наша жизнь как пар. Понимаете?
И хочется, пока вот это у нас жизнь есть, инвестировать в наших детей максимальным образом. И вот понимаешь, что детки с тобой на определенное время, и как можно, вот мое желание с женой, мы хотим, люди инвестируют в лодки, в дома, в всякие джулери, и это все хорошо, это все как кажется. Но самое дорогое, что у нас есть, это наши дети. И как важно инвестировать в них, потому что если мы не будем, мир тоже инвестирует. Общество, в котором они живут, тоже инвестирует. И вы знаете, Писание об этом говорит. Бог как-то, мы видим, что Он учил об этом, что нужно инвестировать в своих детей. И мы не встречаем такое слово «инвестировать», но мы видим намеки этой идеи в Писании. То есть, если вы, вот, например, Второзаконие, 6 глава, 6 стих. «И да будут слова Иси, которые я заповедую тебе сегодня, в сердце твоем, и внушай их детям твоим, и говори о них, сидя в доме твоем, идя дорогой, и ложась, и вставая». То есть, «и внушай их детям твоим, и говоря о них, сидя в доме твоем». То есть, очень важно нам инвестировать в наших детей в доме нашем. Я вам скажу, что, будучи пастырем, я вижу, что вот бывает у родителей такое понимание, что церковь должна вырастить, молодежные лидера должны вырастить детей, пастыря должны вырастить детей, покаять их, понимаете, служителя. Но самое главное Писание говорит, что мы должны дома инвестировать в наших детей. И пусть вот сегодня тема, я очень рад, что сестра Оксана смогла приехать с мужем Сергеем. Мы боялись, зима была, такая погода, не очень, но они все равно приехали, мы очень рады, что вы с нами. И сегодня у вас будет об этом общение, семинар, темы, так что сестры готовились долго для этого. Так что, пожалуйста, be yourself, enjoy it. Если есть вопросы, вам раздадут такие карточки, вы потом сможете задать вопросы. Но я хочу для каждого из нас задать такое задание. Во время этого семинара, во время общения, вот, которое у нас будет, вот этой мини-конференции, давайте каждому из нас мы спросим, зададим вопрос. Насколько я инвестирую в своего ребенка? Что я делаю для него? Потому что a life is a vapor. Наша жизнь очень коротка. И время, которое с нами детьми. И что я могу сделать, чтобы я мог инвестировать в своих детей? Аминь. Давайте мы помолимся. Господь, я благодарю Тебя за то, что Ты даешь нам семьи. У некоторых есть, у некоторых еще нету, Господи. Но Ты, мы видим в Писании, любил детей. И Ты уделял время им. Мы также видим в Писании, что Ты учишь, чтобы мы учили наших детей дома у себя. Не только в церкви, не только на молодежной общении, не только на конференциях, не только в воскресной школе, но чтобы мы дома у себя учили наших детей. И сегодня мы хотим об этом говорить и учить. И я прошу, Ты говори к нашим сердцам через сестру Оксану. Покажи, как мы можем учить и инвестировать в наши семьи, в наших детей дома. Покажи, что мы можем сделать для Твоего царства. Если у кого еще нету деток, я прошу, Господи, покажи, как мы можем инвестировать в детей, которые вокруг нас, у людей, которые вокруг нас, как мы можем помочь и поддержать им. Благослови эту конференцию, работай Духом Святым. Прошу все это во имя Иисуса Христа. Аминь.